Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Мария Кожевникова. Аварийный дом в Ленгасово снесут по требованию суда. Дата сноса его была установлена до 30 июля 2016-го, но многоквартирный дом на улице Комсомольской до сих пор стоит. Жильцы его расселены еще в прошлом году. Этим фактом заинтересовались в прокуратуре Ленинского района. Ведомством установлено, что ветхое здание создает опасность для кировчан, живущих в соседних домах, из-за возможного обрушения. Также рядом с ним находится учебное заведение. Вокруг аварийного дома нет никаких заграждений, дети могут беспрепятственно забегать туда. Исковое заявление с требованием обязать городскую власть снести это здание прокуратура направила в Ленинский районный суд. Суд согласился с прокурором и удовлетворил требования в полном объеме. Дайджест недвижимости. 376 миллионов рублей задолжали кировчане за свет. 117 миллионов из них – долг жителей областного центра. 245 миллионов – долги за отопление. Все, кто попал в список злостных неплательщиков, в скором времени получат так называемое тревожное извещение, сообщают в кировском филиале компании «Энергосбыт Плюс». Рассылка документов ярко-оранжевого цвета началась на этой неделе. Всего жителям области будет отправлено более 11,5 тысяч таких уведомлений. Именно столько в регионе должников за электроэнергию, отопление и холодную воду. При этом самое большое количество тревожных извещений получат жители Кирова, Кирово-Чепецка, Котельнического, Слободского, Лузского, Мутнинского, Верхнекамского, Подосиновского и Зуевского районов. Дайджест недвижимости. 44 долгостроя введены в эксплуатацию после вмешательства прокуратуры. Таковы данные по Кировской области за последние 5 лет. Всего за это время сотрудниками ведомства выявлено 1500 нарушений в сфере долевого строительства. По требованиям прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 271 лицо, возбуждено 17 уголовных дел. В итоге 3500 жителей области смогли получить квартиры, в которые вложили деньги. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.